Приветствую вас, друзья. 11 уровню быть. Вот так вот обновилась у нас страничка с таймером. Добавилась микроновость, микровидосик добавили про 11 уровень, в котором нам рассказали о том, что вот сегодня, 5 июня, разработчики подтверждают о том, что у нас будет в игре 11 уровень танков. Релиз 11 уровня у нас будет 22 января 2025 года. И на вот этой вот странице с таймером будут потихоньку добавляться новости. Следующее обновление у нас будет 11.06, через недельку. Очень много танкисты про это говорят, пишут. Новость хайповая, видосы набирают просмотры, больше чем обычно. И даже танкисты некоторые заходят, говорят, да это вообще не хайповая новость, фигня, туфта. Вот только такие вот друзья не понимают, что даже они пришли и что-то написали. Поэтому эта новость реально сейчас на взлете, и она очень популярна и интересна. Все танкисты про нее говорят. Поскольку 11 уровень впервые в игре будет, никто не понимает до конца, что это, как это, какой там будет баланс, какая экономика, как их будет кидать в бою, что они себя будут представлять, какие нации, какие танки, как их получить, как их прокачать, будут ли там 3D стили, будут ли они в балансе, испортят игру, не испортят. И танкисты уже опять, каждый видос говорю одно и то же, танкисты опять делятся на два лагеря. У одних игра уже умерла, все, 11 уровень, смерть. У других им нечем заняться, некуда деть серебро, 11 уровень давно просили, давайте скорее сюда. Уже нет времени ждать, нет сил, давайте запускать. Что же в новости тут нам понаписали? В этом году танкам исполнится 14 лет. Все это время игра постоянно развивалась. Внезапно, если вы не знали, игра развивалась. Если вы думали, что что-то деградировало или что-то стало хуже в плане там баланса, балансировщика или экономики, или содержания боев, то вот вам, игра развивалась. То есть она сейчас прям на пике развития. Обновлялись игровые механики, вводились новые нации, ветки, техники, запускались различные игровые события, проводилось множество экспериментов. Ну, наверное, один из экспериментов — это легендарные ранговые бои на 7-м левеле. Ни наград особо интересных там нет, ни какого-то содержания в режиме нет. Наверное, вот это и либо эксперимент, либо какой-то супер режим запущенный, продуманный, какой-то классный, который развился у нас за 14 лет. То есть ранговые бои у нас за 14 лет развились в абсолютно бестолковое начисление шевронов в рановых боях на семерках, где абсолютно почти нет интересных наград. Вот это развитие. Однако есть то, что оставалось неизменным. Это десятки. Основным мерилом успеха танкистов, самой желанной наградой и венцом развития любой ветки исследования в игре являются заветные танки 10 уровня. Но скоро это изменится. Вот еще одно мерило и основу игры разработчики решили перевернуть. Но тут пока сложно сказать, плюс это или минус, поскольку мы это даже не тестировали и не видели. И подробности пока нам не рассказали. Сегодня, 5 июня 2024 года, мы готовы подтвердить, в следующем году в игре появятся танки 11 уровня. Работы по созданию первых в своем роде боевых машин начались. Релиз назначен на 22 января 2025 года. Ну и также сказано, что на этой страничке с таймером будут добавляться новости, обновляться про 11 уровень. Поэтому, танкисты, сохраните себе эту страничку и сидите как хатика, ждите, что вам там очередной раз выкатят, что вам там покажут. Через недельку ждем обновления 11.06 на этой странице с таймером. Что-то еще про 11 уровень нам расскажут. Ну, наверное, 11 уровень будет один из первых, это советский какой-нибудь танк, поскольку мы там видели значок советский. Там есть какой-то 279 объект, но он не ранний, а просто объект 279. Возможно, и что-то другое. Также у нас где-то в том районе, возможно, чуть раньше, штурмсау будут. Я надеюсь, 11 уровень не начнется со штурмсау 11 уровня. Также еще тут нашел, на форуме есть ответ разработчика, что 11 уровень можно будет получить бесплатно, используя новую систему исследования техники 11 уровня, о которой разработчики расскажут позже, как и о других изменениях. Поэтому рекомендуют разработчики следить за новостями, дальше будет интересней. Вот до этого 14 лет было вообще неинтересно. Прям глухомань вообще. Вот дальше будет интересно.
Ну и вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Какие нации, какие танки, как будет балансить, что у них в принципе с балансом танков будет на 11 уровне, сломает оно балансировщик или не сломает, как будто бы там есть что ломать. Ну и сколько будет серебра стоить, или свободки, или в опыта, или что надо вообще будет, чтобы получить эти танки 11 уровня бесплатно. У нас в принципе это free-to-play игра. Якобы бесплатная, если вы не знали. И вот это вот легендарное сообщение от разработчика, то что 11 уровень можно будет получить бесплатно, по сути ни о чем не говорит. У нас так-то вся игра бесплатная, плюс-минус 25%. Так что 11 уровень может-то и бесплатный в рублях, но в игре по ресурсам за что-то. Как в кораблях в 3 раза дороже, чем десятка будет. Лямов 20 серебра или 18, а может быть опыта еще много будет требоваться. Или это будет как коллекционный танк, до десятки докачался, и потом можешь купить его за 20 лямов серебра. Этот 11 уровень. Ну и также никто не отменял саму экономику в бою, сыграл бой и ушел то минус 100-200 тысяч серебра на легендарном 11 уровне. Все это пока неизвестно, можно только придумывать, размышлять. Разработчики этой новостью про 11 уровень, начиная из такого издалека, очень сильно подняли ажиотаж и популярность внутри игры, обговариваемость этой новости. Танкисты все бегают, думают, пишут везде. Движуха создалась нереальная. Видосы про 11 уровень набирают неплохо просмотров. Танкисты строчат очень много комментариев, я вообще не успеваю их читать. Мне кажется, один из первых танков 11 уровня будет, наверное, советский. Популярность у него будет огромная. Прям будет зашкаливать. Я более чем уверен, что это 279 объект. Скорее всего будет, поскольку, ну а как иначе. На этом у меня все. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.